Здравствуйте, меня зовут Вероника или Веро. Я преподаватель школы Inoi Drum School, а также участник музыкального проекта Алекс Ксена. В течение нескольких лет я играю на язычковых барабанах, таких как раваст, катон и глюкофоны разного строя. Благодаря моему учителю я начала преподавать, и в процессе преподавания удалось разработать систему, благодаря которой студенты, вне зависимости от наличия у них музыкального образования и музыкального слуха, могут совершенно спокойно освоить навык игры на глюкофоне. Основной принцип обучения, который я преподаю, от простого к сложному. То есть вначале мы формируем в сознании учащихся базовые элементы, базовые ритмы, базовые паттерны игры на глюкофоне, а далее на эту основу уже накладываются всякие интересные игровые приемы, фишки и различные украшательства к мелодиям и композициям. В Inoi Drum School я веду как индивидуальные, так и групповые занятия. Групповое занятие длится 2 часа, проводится один раз в неделю в малой группе не более 6 человек, что способствует одновременно индивидуальному подходу к каждому учащемуся и общему процессу постижения знаний. Каждый учащийся, если будет трудиться, выполнять домашние задания, тренировать те паттерны, которые даются на уроках, достаточно быстро сможет самостоятельно играть на глюкофоне, исполнять интересные мелодии, интересные композиции, а также разовьет у себя чувство ритма и чувство такта. К нам на занятия попасть очень просто. Для этого достаточно оставить на сайте inoiglucofon.com заявку на обучение. С вами достаточно быстро свяжутся, и для каждого будет подобран день, удобный для занятий и для тренировок. Ждем вас в Inoi Drum School. И помните, научиться играть на глюкофоне вы можете совершенно легко и непринужденно.